Добрый вечер. Сегодня был такой первый день Майсори. Мы доехали. Сегодня был прям полный день. Я немножко смутно говорю, потому что первый трэш, короче, начался. И начался он в том, что в той комнате бегают муравьи летающие, которых становится очень много, и мне очень страшно, потому что я сегодня ночую одна, и вроде бы они все там типа идут на свет, я решила его оставить, а сама закрылась в этой комнате. Я очень надеюсь, что они не поползут, я типа дико боюсь вот всей этой живности, и мне очень страшно. Я надеюсь, что я переживу эту ночь одна, потому что прошлой ночью мы типа ночевали вместе с Юрой, Сашей, они были в другой комнате, знаете, казалось, что все равно как-то безопасней. Сегодня мне уже так не кажется. Короче, блин, очень крипово. Я очень надеюсь, что все будет хорошо, потому что иначе мне просто очень страшно. Надеюсь, мы завтра с вами еще увидимся. Я расскажу завтра побольше уже с хорошим освещением. Практику. У меня что-то опять голос. Чтобы вы понимали, как тут влажно. Я очень хочу помыть голову. Голос. Проверка голоса. Хочу сегодня вам с вами поделиться немножко ценными на все, что здесь есть в течение дня, с которыми я буду сталкиваться. Вот, и чуть попозже я поподробнее расскажу, сейчас хочу очень в душ сходить, помыть голову, потом покажу вам место, где вот я сейчас живу, потому что меня вчера переселили после того, как этих таракашек я нашла, при том, что, знаете, были не только летающие муравьи, там реально были огромные тараканы, которые потом чувак нашел, когда начал все обрызгивать, короче, какой-то полный трэш, благо меня переселили, была комната рядом похожая. Похожие апарты, вот, поэтому тут вид, наверное, похуже немножко, конечно, но как бы хотя бы без живности, вроде бы, поэтому допью водичку, схожу в душ и вернусь. Я вам обещала рассказать про цены. Давайте начну рассказывать. Самая такая, наверное, большая трата – это все-таки будет обучение. Обучение сейчас за месяц стоит 38 рупий. Рупия примерно равна рублю, поэтому в целом можно считать рупии, ну, как 38 тысяч рублей. Затем жильем. Мы снимаем апарты достаточно в хорошем районе. У нас большие апарты с двумя комнатами, и у каждой комнаты есть своя уборная, туалет, душ, если это можно так назвать. Ребят, там вода вообще еле течет. Получается, у нас 50 тысяч стоят апарты на двоих. Соответственно, я плачу 25 тысяч за апарты в месяц. Что дальше? Кулер. Вот эту воду, которую нам дали. Дело в том, что в Индии нельзя пить воду из-под крана, нельзя ее кипятить. Нежелательно заказывать напитки со льдом, потому что они все идут из грязной воды, которая может вас отравить. С этим нужно быть очень осторожными. И в целом, когда вам мало ли приносят графин воды, допустим, в каком-то заведении, лучше отказаться. И если есть возможность, если вы хотите пить, то попросить воду не в графине, а в закрытой бутылке. Это будет самым лучшим вариантом. Говоря о еде, в заведениях тут достаточно дешево.
То есть я сначала думала, что я буду экономить и готовить дома, но мне кажется, экономить, если я хочу экономить, то мне нужно питаться в заведениях. Вот, потому что вчера, например, мы заказывали панир, микс, веджи, что-то там. Это, в общем, такой сыр, очень мягкий, мне кажется, это козий сыр, с овощами, в специях карри и в каких-то сливках, либо кокосовых, либо коровьих, не знаю. Обошелся в 150 рублей. Плюс напиток, ну, тоже может быть рупий 50. Ну, в общем, 200 рублей на то, что ты наедаешься на полдня. И как бы это достаточно дешево, я вам скажу. Вот, и мы, например, в час утра ходили в заведение, которое чуть подороже, но мы все равно на троих отдали 570 рублей с напитками. Вот, и сейчас мы идем еще в одно новое место, мы там еще не были. Ну, я не была там, ребята там были. Наверное, они уже там сидят, потому что я что-то... Я сегодня очень плохо спала, если честно, я прям просыпалась, like, all the time. Прям вот все время просыпалась. Кашляла, насморк был, прям ужасная была ночь, я же так переживала из этих тараканов. Короче, прям, да. Но нормально, нормально, выжила. Поспала что-то, по-моему, до полвосьмого, что ли, я спала. Не, полвосьмого уже, ну, где-то до семи спала, полвосьмого начала уже делать практику. К полдевятому сделала, сходила в душ. Я думаю, правда, при такой влажности у меня навряд ли что-то высохнет, но как бы сушить все равно нечем. Вот, поэтому как-то так. И буду дальше вам рассказывать, что сегодня буду покупать, смотреть и все такое. И, кстати, мое жилье находится недалеко от Шалы Сарасвати. Это самый старый, так скажем, можно сказать, представитель аштанга-йоги. Вот, очень красивая вообще Шала. Вот, но моя будет немножко в другом месте. Я долго думала, кому ехать, кстати. Это шоп... Шармилы Джойс, дочери Шарата Джойса. И тут есть магазин с его вещами. И также кафе No Coffee, No Prana. И это как раз-таки говорил Потапхи Джойс. Поэтому все очень любят кофе. И он даже своих студентов раньше всегда поил кофе. Вот, и я поехала как раз-таки учиться сюда у Шарата Джойса. И у нас с 27 числа, с понедельника начинается регистрация, но я на нее пойду в среду с девочкой, с которой я буду жить, чтобы мы вместе могли ездить. Так, тут идет корова. Мне говорят, лучше их обходить. Могу сказать, мы сходили на завтрак, и если уж я сегодня говорю о ценах, то расскажу, насколько я поела. Я взяла спинач омлет, типа омлет с шпинатом, который стоил 60 рублей, и фруктовый салат. Не знаю, сколько он стоил, потому что его не было в меню. Вот, и взяла фильтр кофе, который прямо во френч-прессе был. И на самом деле кофе в Чакра был прямо вкусный, то есть прям хороший, добротный кофе. И за все это я отдала 220 рупий. А также мы сейчас зашли еще в магазин, я наконец-таки нашла этот бэк, типа пластик бэк. Не очень, наверное, экологично, ну не наверное, это не экологично, но из-за того, что я нигде не могу найти мешки для мусора, то это прям очень клевый вариант. Вот, и я взяла еще одно полотенце, потому что мое мне очень не нравится. Оно стоило 225 рупий. Аналогично рублей. И взяла еще очень тоненькое, больше для практики. Оно стоило 95 рупий. Также я нашла себе ножницы, потому что у меня их изъяли, когда мы были на границе, за 135 рупий. И
и эфирное масло я еще взяла, мятное, чтобы подышать, возможно, я смогу так выздороветь быстрее, и взяла металлическую трубочку, так как мы все равно будем регулярно пить кокосы, я думаю, чтобы не пользоваться пластиками. Трубочка стоила 150, и получается за масло я дала 200, вот, пока что это все такие траты. И мы сейчас пришли в магазинчик. Здесь прямо очень много бытовых штук. И получается, это место держит отец, а это место держит, насколько я понимаю, его сын или его дочь. Такой типа органик магазин. Сейчас тоже покажу, что там есть. И обязательно перед всеми магазинами нужно снимать обувь. Чувствую, мои носки будут очень грязными к концу этого дня. Здесь очень много хендмейд всяких шоколадок. Тоже очень круто, все на английском, все можно прочитать. Нет, это я вот что-нибудь ищу для связок. Здесь даже продается almond butter, peanut butter и гранола. Еще очень много европейских штук. И также я здесь нашла овощи. Не овощи, а бобовые. Baked beans, например. И по стоимости они непонятно сколько стоят. Но круто, что они есть. Я думаю, что на самом деле рупий 100 стоит. Также тут есть паста, различные соусы. В общем, все, что захотите, можно в целом тут найти. Оц, например, овсянку, печеньки, вообще все, что захотите. Смотрите, какое красивое молоко. Мне очень нравится, как они упаковку делают. Оно еще какое-то с какао есть, с кешью. Офигеть, очень круто. Мы нашли цены. 325, 275. Как мне только что Саша сказала, что производитель сразу цену пишет на верху упаковки. Что круто. Зашла в фруктово-овощной прилавок. Местные говорят, что лучше брать фрукты там. Вот, я взяла папайю. 30, насколько я поняла, рублей за килограмм. Это папайя ровно килограмм весила. И я взяла манго. По-моему, очень спелый. Вот, и у меня на все вышло 100 рупий. 100 рублей. Шок. Сейчас будем пробовать. Отрендерила сейчас видео. Загрузила на YouTube. Поймала Wi-Fi, который из другой комнаты. Выложила даже его, поэтому я очень надеюсь, что вы смотрите с удовольствием эти влоги, вам интересно. Еще хочется сказать немножко про трафик вообще, потому что здесь левостороннее движение, здесь нет особо правил. Здесь ездят очень-очень хаотично. И здесь по любому поводу сигналят. То есть, например, когда ты подъезжаешь к перекрестку, ты сигналишь. И это означает, что типа ты едешь. Тут нет такого, что ты приостанавливаешься, смотришь влево, смотришь вправо. Такого нет. То есть ты едешь, ты торопишься, и это важно. Второе, что хочется сказать, то что никто не будет пропускать тебя, если ты идешь. То есть, например, на дорогах нету перекрестков. Ой, нет пешеходных переходов. Вы просто идете, когда поменьше. Когда поменьше машин и скутеров едет, вот. Я живу в таком достаточно спокойном районе, но это меня напугало. Мне казалось, сейчас меня оторвут этот iPhone. Вот, и сейчас мы едем уже, идем точнее, обедать. Я купила эту папайю, и на тот момент я не знала, что у меня нету ни ложки, ни ножа. Вот, поэтому, ладно, сейчас телефон лучше уберу. И пойду, чтобы он был в кармане, никто его не видел. Легкий перекусик за 140 рублей просто. Пришел, поел, ушел. Для рабочего человека. Для рабочего человека, да. Я взяла вот это попробовать. Не знаю, что там будет. А у Юры North Indian Curry. Меня ребята пригласили к себе в гости попить кофеечек. У них теперь есть чайник. Очень красивое место. У нас сейчас будет музычка, кофе. В
чил прекрасной зоне. Так. Тут посмотрите, какая красота. Сегодня я все снимаю на телефон, не знаю, насколько отличается качество, просто так немножко более мобильно получается. И я оставила на столе папайю и манго, и ребята, была сейчас в гостях у ребят, у них очень классно, мне так понравилось, как мы посидели. И они такие: «Алена, ты оставила, тебе сейчас снова все приползут». Но благо все хорошо, я даже немножко под небольшой дождик попала. И хочу вам еще показать, что я купила. И сейчас мы с вами вместе будем пробовать папайю и манго местное. Вот в таком прекрасном пакетике в супермаркете. Я купила нож себе за 140 рупий рублей. Купила ложку, потому что тут этого нету, 55. И мне очень понравилась эта маленькая ложечка. Я решила тоже взять, 20 всего лишь она стоила. Не знаю, прям она so cute. Не знаю, насколько ей будет удобно есть, скорее всего, не очень, типа только йогурт, если. Но тут я не нашла ни одного как бы веганского какого-нибудь йогурта. Сейчас такой вопрос, как это разодрать. Вот, но думаю, мы справимся и будем фрукты пробовать. Разрезала папайю, кажется, она очень сочная, очень вкусная. Сейчас достану эти семена и попробуем вместе. Господи, знаете, мне это очень напоминает... Как будто это совместили персик и морковку. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Я съела папайю, и знаете, манго прям супер трушно пахнет. Сейчас тоже попробую. Мне кажется, оно будет супер сочное. Знаете, мне кажется, именно так манго должно выпадать из своей кожуры, чтобы ты мог его спокойно есть. Господи, а? 70 рублей. Роскошно. Итак, у нас уже вечер. Я сейчас монтирую это видео и хочу, наверное, как-то его завершить. Я постараюсь вообще снимать каждый день, насколько у меня будет получаться, и, возможно, комбинировать вот так вот улоги по 2 дня. Поэтому я надеюсь, что где-то через день, возможно, я буду их выпускать. И, возможно, не знаю, снимем еще что-то помимо влогов, но это я уже что-нибудь подумаю позже. Ко мне завтра уже приезжает соседка Катя со своим сыном, как я поняла, которому 11 лет. Вот, будем знакомиться, по-моему, на вечером приедет. И мы потом, получается, во вторник будет Мундей, типа, будет луна, поэтому шала будет не работать. И мы в среду пойдем на регистрацию, и завтра мне нужно будет еще распечатать документы для шалы, потому что я это не сделала, когда была в России. Из моей головы просто это вылетело, я боялась забыть что-то распечатать для поездки. Вот, поэтому завтра нужно будет найти мэна с почтой, которую можно будет отправить, который сможет распечатать. Потому что тут много где есть ксерокс, но мало где есть распечатать. Поэтому будем искать, и завтра мы с Юрой и Сашей с утра встречаемся на завтрак. Поэтому увидимся уже завтра, с утра сделаю практику, схожу в душ. И пойдем, да, вот, поэтому увидимся уже в следующем влоге.